Итак, сначала я покажу то, что я купила, заказала в AliExpress. Специально заказала уже в октябре, чтобы успела все прийти. Вот такие вот две елочки. Это будут у меня на столе украшения. Вот этот стол, он у нас раздвигается. Вот как он сейчас. И еще четыре, там под столом, еще четыре такие эти платы можно вставлять. Вставки такие. Короче, у нас тут очень много людей помещается за этот стол. Мы его выдвигаем. Насколько человек сейчас родственник? Ну, все-все-все мы. Мама, брат с семьей, и сестренка с семьей, и мы. Это нас сейчас 10, 14, 15 человек. Вот, и мы все помещаемся сюда за этот стол. А я забыла скатерть еще показать, тоже купила в магазине. Не помню в каком. Короче, вот на декорацию я купила. Ну, это, конечно, не только вот это будет декорация. Еще я свечечки поставлю. Вот такие два деревца. Это было в AliExpress я заказала. Оно все было такое сплющенное, в этом запаковано. Я как могла расправила. И вот эти вот белые снежок сыпется, правда, очень. Но можно или приклеить, или я так просто насыпала наверх. Там надо еще лучше расправить. Я сейчас так быстро только для видео сделала. Таким блестящий такой этот. Ткань так сделана красиво. Вот это. Потом вот такие эти шапочки Дед Морозовские. Это для вилок и ножей. Сейчас я распакую, покажу. Вот так вот будет выглядеть у каждого. Будет тарелка стоять. И так, хотелось что-то такое необыкновенное. Вот такие вот эти штучки купила. Сколько в одной? Сейчас посмотрю, сколько штук в одном пакетике. Я заказала два, чтобы хватило на всех. Вот 10 штук в каждом пакетике. Но так как нас 15, я заказала две пачечки. Вот, 20 штук будет. Вот такие вот. Будет красиво, думаю, смотреться. Еще скатерть новогоднюю купила. Такую бумажную, одноразовую, чтобы потом выкинуть и все. Потому что на такой длинный стол скатерти нету, чтобы, и когда мы растянем, и у меня нету вообще скатерти такой, чтобы длинная такая была. Поэтому я всегда покупаю бумажные, такие одноразовые, постелю и потом мы выкидываем. Потом покажу тоже, которую мы купили. Вот это с AliExpress. Потом купила для елки. Не для, ну да, под елку. Такую, сейчас я вам покажу. Вот такую вот подстилку. Я обычно всегда делала белую простынь, вот так обматывала вокруг елки. А потом видала вот это в AliExpress, думаю, о, красиво тоже. Тут с Дед Морозиком. Вот там она завязывается на завязочках. Поставим потом. Покажу потом все, как будет выглядеть, конечно. Сейчас я же не буду наряжать это все. Просто хотела сейчас показать то, что я купила, а потом буду показывать, когда задекорируем их, когда 3 декабря у нас это будет первый адвент, первое воскресенье из четырех, которое перед Рождеством, и к этому времени мы будем все украшать, короче. Ну, 2, наверное, мы будем, 2 декабря будем с детьми елку ставить и буду украшать дом. Потом буду вам покажу, как все выглядит. Это только то, что я в этом году купила, что я сейчас вам показываю. А у меня, конечно, намного больше. Там на чердаке, там елка и все другие украшения, которые я уже те года все покупала. Ну, последние 2 года я ничего не покупала. Специально, чтобы в этом году побольше подкупить, потому что у нас справляем. И так мы справляли. Потом купила, ой, вот такую вот гирлянду. Сейчас я попробую ее разложить и показать, как она выглядит. Я решила все-таки не раскрывать, а то потом не соберу, так как было. Еще, ну, надо будет потом убрать, и мы сейчас еще не будем вешать. Поэтому вот решила в компьютере показать вот такую вот гирлянду, которую вот показывала. Сейчас вот так вот она будет выглядеть на наше большое окно в зале. Вот так вот будет выглядеть. Вот такую вот гирлянду заказала. Вот на это окно
Повесим ее потом. Так, это с Алиэкспресс, это было все. Теперь покажу то, что я купила в Альди у нас в магазине. Это вот такую вот свечку. Там вот такая вот тоже гирлянда с этими светится. И здесь такой включатель на батарейках. Ну, вот так вот его сзади спрячешь. И вот так потом посмотрю, куда я его поставлю. Сейчас включу. Его тут можно включать, просто самой включить-выключить, а можно поставить на таймер, короче, который будет через каждые 6 часов гореть и 18 часов не гореть. Сам будет включаться. Сейчас я его включу. Ой. Вот так вот он выглядит. Вот так, посмотрим, куда я его поставлю. Так вот, в темноте еще будет красивее выглядеть, конечно. Вот здесь, если на серединку поставить, он будет в серединке таймер. Вот сейчас я его полностью выключила. Если налево, тогда будет включено. Все время гореть будет. Вот это я купила в Альди вчера. Потом вот эту вот звезду. Она тоже на батарейках. И тоже я на таймере. Это вообще я уже давно-давно вот такое вот хотела. Тут тоже вот здесь вот батарейки. Тоже включается таймер, который 6 часов она горит. И 8 часов, 18 не горит. Сама выключается, включается, когда надо. Вот сейчас включу, покажу. Вот так вот она выглядит. Тоже очень-очень красиво. Мы вечером включали, ну, детям показала. Красиво очень выглядит вечером. Я вообще обожаю, когда вот, вот эти вот, когда темно, рано темнеет, чтобы много было свечек, там каких-нибудь, ну не свет просто горел, а вот именно свечки, какие-нибудь огоньки. И у меня много на к Рождеству всяких, много с огнями. Ну не с огнями, а с этими свечками. Люблю очень. Уют такой создает. Так, вот это и это. Ой, отвалилось. Вот это и это я включила, купила в Альди у нас в магазине. Вот это стоило, по-моему, свечка стоила 7,99, а вот это 9,90. Нет, этот сейчас стоила, звезда стоила 14,99, 15 евро. А эта свечка стоила 9,99, если не ошибаюсь. Я уже забыла. По-моему, да. И вчера я еще купила вот такие вот салфетки к Новому году. Ну, когда будем у нас сидеть на Новый год и на Рождество, когда родственники придут. На Новый год мы сами всегда справляем дома с семьей. И это самое большое обожаю. Не знаю, не люблю никуда ходить, чтобы ни к нам никто не приходил. Именно вот когда Новый год, 31-го, я люблю с семьей справлять. Не знаю почему. Может, когда дети вырастут, вдвоем останемся, будет по-другому. Но сейчас я обожаю это время. Очень люблю. Быть просто в кругу семьи. Вот такие три штуки купила. Каждая по 20 штук. И вот такой вот поднос купила. Хотела, конечно, новогодний купить какой-нибудь, но не было, только этот был. Поэтому не хочу ездить по магазинам, искать. Это мне уже надоело. И Слава, тем более, тоже не любит. И думаю, вот это куплю. Хочу сюда положить эти шарики такие. Ну, потом покажу, как будет выглядеть. Шарики от елок такие, как декорацию. И 4 свечи. И каждое воскресенье до Рождества будем по одной свечи включать. Свечи у меня уже есть, тоже на батарейках. Они выглядят как бы искусственные, ой, как настоящие выглядят. Но мы всегда покупаем на батарейке, пока, когда вот дети маленькие были, опасно было. Особенно замолен, до сих пор опасно им свечи включать. Они любят сидеть и вот с этим воском играть, или как это называется, воск же, по-моему, да? Пальцы туда суют. Ну, я знаю, мы тоже в детстве это делали. Зажигать, и потом вот этот все течет, и вот грязное, потом не отмоешь. Короче, мы покупаем такие, которые на батарейках включаются, и они тоже там даже, это, ну, такое движение идет, как будто бы, правда, свеча горит. Потом, когда все украшу, все покажу. Ну, вот такие вот покупочки сделали в этом году, к Новому году. Я бы еще покупала, покупала, но Слава мне всегда говорит, ты же сказала, все, последнее. Я вообще хотела только в Алиэкспресс заказать, и говорю, больше ничего не буду покупать,
Потом увидишь там еще, сейчас везде, везде в магазинах полно вот это все к Рождеству, к Новому году. И глаза разбегаются. Я обожаю вот эту всю декорацию. Обожаю. Я вот, я бы не накупилась. Но надо. Хорошо, что меня тут тормозит. Вот. Тем более у меня очень много еще есть с тех годов тоже всякое. Поэтому и этого хватит на этот год. Так что потом, когда все будем украшать, через пару недель, две недели, по-моему, осталось. Покажу, как мы это все сделали, или как будем елку наряжать. В том году дети полностью наряжали, я ее поставила, у нас искусственная, поставила ее, собрала. И они полностью сами наряжали. Ну, я чуть-чуть потом подправила, там, где они на кучу там навешали. Но хорошо у них получилось, поэтому в этом году тоже будут наряжать, я вам покажу. Ну вот, такие вот покупочки в этом году. В конце спою вам потом, Слава, когда проснется, сейчас не буду, а то громко будет, хотя дверь закрыла. Спою какую-нибудь песню про зиму или про Новый год, посмотрим. Немножко настроение новогоднее сделаем в конце видео. Вот еще хотела, забыла чуть показать вот эту вот скатерть новогоднюю, которую я купила. Она вот в таком рулоне. Я сейчас распаковывать, конечно, не буду. Вот сколько здесь? 8 метров. Ой. 8 метр на 1 метр. Вот такая вот. 8 метров длина и метр ширина. Такая скатерть купила. Ну вот, на этом закончу свой обзор. Спасибо всем огромное, кто посмотрел. И до следующего видео. Всем пока-пока. Снегопада, такого снегопада.